Привет всем! В этом видео я хочу поздравить вас всех с Новым годом. Нахожусь я сейчас дома у родителей, приехал навестить вот на пару деньков. Не буду долго затягивать, запишу все одним дублем. Как говорят президенты, да, этот год был тяжелым, но мы справились. Хочу сказать, что для каждого человека этот год был по-своему тяжелым. У меня он был, например, хорош в финансовом плане, да, но не все измеряется в деньгах. Что я вам хочу пожелать? Хочу пожелать, чтобы в следующем году, да и всегда, сбылись все ваши мечты. Чтобы вы добились всех своих целей. Никого не слушайте, кто вам будет говорить, будто вы чего-то не сможете. Вы все сможете. Люди, которые не смогли добиться, конечно же, вам будут говорить, что и у вас не получится. Все у вас получится, народ. Я сам через это прошел, и я в вас верю. Так что желаю, чтобы сбылись все ваши мечты. Желаю, чтобы в следующем году вас никогда не покидала удача, и с вами всегда была непоколебимая вера, потому что без веры вообще никуда. Если вы будете в это верить, вы этого добьетесь. 100% вы этого добьетесь. Вы можете читать миллион книг про деньги, да, но если вы не будете в эти книги верить, вы не добьетесь богатства. Я очень хотел в это верить, я очень хотел добиться успеха, я очень хотел разбогатеть. Я читал книги и я верил. Со мной у меня ничего не было. У меня была только мечта, вера и все. Даже удачи со мной не было. Мне никогда не везло. Я никогда там не выигрывал какие-то суммы в лотерее. Мне никогда в этом не везло. Хоть и участвовал, потому что как-то на это надеялся. Так что желаю, чтобы в следующем году с вами всегда была вера. Вот если вера вас не будет покидать, вы богаты. Все у вас получится. Также хочу пожелать, чтобы в следующем году все ваши инвестиции денежные выросли в 100 раз, в 1000 раз. И это обязательно будет. Вот кто вложился в криптовалюту, она обязательно вырастет в 100 раз, в 1000 раз. Так что желаю, чтобы в следующем году все ваши деньги приумножились. Хочу вам сказать спасибо огромное за поддержку, за то, что остаетесь со мной. Еще раз всех с Новым годом, все у вас обязательно получится. Да сбудутся все ваши мечты, чтобы вы добились всех своих целей. Ну и, конечно же, хочу пожелать крепкого здоровья и любви. Потому что без этого, знаете, все эти деньги не имеют смысла. Еще раз всех с Новым годом, всем спасибо, всем пока.